Отлично. Сейчас последний раз получили вашу работу. Потому что медали стали давать каждому пионеру. Она стыда почернела. Пусть они ее возьмут. Пусть они ее возьмут. Не сделай из меня урода. Нельзя же. Вот он. Пускай посмотрит. У нас тут в области 1600 с лишним. По области, да. А где вы работаете? Руками трогать не надо, вагаю. Мы хотели показать нашей акции свое недовольство. Ну, я так мягко говорю, тем, что с нами творят, с тем произволом, который с нами творят. Значит, принимая вот те законы, против которых мы выступаем, нарушает в открытую конституцию наш основной закон. У нее нет ни запаха, ни цвета. У нее есть только голос. Этот самый первый короткий кадр был снят тогда, когда из люка бронетранспортера разрешили подняться с кинокамерой только на 30. В эпицентре опасности, на АЭС, уменьшив излучение, утяжелили конструкцию. Если не выдержит фундамент... Во время ликвидации был бригадиром под реактором, руководил сменой, звеном своим, которое мне было поручено. Не руководитель, а на отбой на молотке работал под реактором. И толкал вагоны с грузом оттуда. Наши смены не поставлены, даже два рекорда, за которые я получил награду. Я ее положил сюда.